XX, с вами Билли Викс. Всем привет! Сегодня мы находимся в Ницце, во Франции, и будем обозревать куколок в продуктовом магазине Carrefour. Подписывайся на мой канал и следи за новинками, а также моими YouTube Shorts. Погнали! Судя по всему, ферби снова появились в продаже, и я здесь нашла вот такого вот оранжевого красавчика и еще фиолетового. Кстати, стоит это все добро 64 евро, то есть это получается 6400 в рублях. Хотели бы себе таких? Пишите обязательно в комментарии. Я знаю, что волна, по-моему, в 11 году, в 13 началась на ферби, но сейчас, видимо, их снова начали выпускать. Также здесь есть очень много Rainbow Corns, они фиолетового цвета. На самом деле, наверное, это не сильно удивляет, потому что они завалены практически во всех магазинах. Но, ладно, окей, меня все-таки что-то доудивило. Малиновые ушки, малиновый единорог. Да, я как любитель всего малинового, просто падкая на все эти цвета. Здесь их очень много плюшевых игрушек. Вот этот из Star Wars, Стич, очень такой милый. Это игрушки из нового мультфильма Disney. Называется он Wish, я еще не смотрела, новая принцесса, уже видела куколок в магазине. Ну и мини-маус, стоит такая вот игрушка 14 евро, 1400. Микки, вообще ты где? Алло, ау. И Наруто. Какая-то реально крутая игрушка. Правее мы видим очень много Little Life, Lolly Birds. Я вообще первый раз вижу такие. Очень часто стала рассматривать на самом деле. For real. А, его, короче, можно покормить, можно выгуливать. О боже, он какает, прикиньте, я в шоке. Какающий пес. Как, что? Это пес вообще? Да, это пес. Полоц. Да, это далматинец, посмотрим. Его можно покормить, и после этого он выдаст вам суперский подарок. Прекрасный подгон. Кто себе такого бы хотел, то напишите в комментарии. Также есть такая вот свинка. Она очень милая, на самом деле напомнила мне Little's Pet Shop. Я их тоже собирала. Но это My Pet Pig. Дальше есть очень много Coco Surprise. Просто какие-то миленькие зверушки. Стоит 7 евро от Zuru. Дальше мы видим Ted Coiffure. Это голова для создания причесок. Cry Baby. Бэбики-сюрпризы, пупсики. И еще больше версий. Ну, прям совсем такие пупсики-пупсики. Если посмотреть чуть-чуть повыше, здесь очень много пупсиков, да? Но все это не Baby Born. Хотя в другом магазине я нашла Baby Born. Наверху можно увидеть Mini-Verse. Что это вообще такое? К сожалению, мы с вами рассмотреть не можем. Magic Mixes, когда ты заливаешь воду, опускаешь содержимое, и там появляется игрушка. Я уже видела магический котел, большой, и, конечно, была такая вау, супер удивлена. 15 евро, 1500 в рублях. Напишите в комментарии, если бы хотели обзор на такие вот Magic Mixes. Вот такой вот котел. Он уже побольше. Тоже интересно, знаете, такой тяжелый, стоит 30 евро. И есть еще вот такой вот. Здесь уже куколка появляется, а в этом вот в розовом игрушка. Sylvanian Families, но я, честно говоря, не фанат, просто иногда так разглядываю какие-то игрушки. И есть Mini-Verse, это всякие шары, в которых прячется еда и какие-то другие штучки. О, кстати, еще появился тролль, вот такой вот малиновый, красивенький. И рядом с ним BFF, Best Friends Forever, кукла-сюрприз. Вот это уже третий магазин, где я ее вижу. Справа очень много Polly Pocket. Подробно все не будем рассматривать, просто издалека посмотрим, какой здесь есть ассортимент. Есть также Enchantimals, левее от Polly Pocket. Это вот такой вот набор с какими-то знаками вопроса, Baby Best Friends. И есть также Glam Party, здесь уже лисичка. Чуть выше мы видим очень много Rainbow High. Голубенькая Скайлер ее зовут, Амайя Рейн, Сани Мэдисон. Уже более бюджетные версии, это Violet Willow, Скайлер Брэдшоу. Да, о, ее я, кстати, вижу впервые. Это вот такая вот Violet Willow. Sunny Madison, Ruby Anderson, пляжная коллекция. Я думаю, это все, да? Мне очень нравятся их малиновые коробки, классно переливаются, вообще супер. Справа есть Monster High, есть Frankenstein, спальная коллекция, Creep Over Party. Клодин Вульф, опять Frankenstein и Дреклаура. Да ё-моё,
простите. Очень много Гарри Поттера, здесь есть волшебные палочки. В свое время у меня вообще все друзья фанатели по ним. Я как-то вообще типа спокойно, да я и фильм смотрела один раз. Есть также вот такие вот фигурки, тоже сюрпризы, непонятно, что тебе попадет. Такие вот миниатюрочки и более крутая, видимо, версия палочки уже волшебной. И кукла, сама Гарри Поттер. Самое интересное это лол-сюрприз. Давайте мы начнем смотреть с Mix and Make's Birthday Cake. Очень красивая, на мой взгляд, коллекция, где они такие все праздничные, в таких платьях, можно еще как-то декорировать, как ты захочешь. То есть можно добавлять такие блесточки. Есть Water Balloon Surprise. Ну, это уже больше такая, я так понимаю, классика, хотя опять-таки же, здесь вот надувной какой-то шарик. И есть также еще Bubble Surprise. Можем рассмотреть саму куколку, да, которая здесь есть. Ну, есть еще и Baby Bundle Surprise, это уже пупсики, LOL Surprise, хотя, казалось бы, куда уже меньше, да, но все равно придумали меньше. Начнем мы с коллекции, которая Two Looks Styles, то есть два образа у кукол, есть Royal Bee и Леди Дива. На самом деле, я их уже рассматривала в шортсах и ожидала от них больше, думала, типа, как какие-то фокусницы, но нет, на самом деле просто снимают часть одежды с себя, вот, допустим, вот эту серебряную накидку снимает, и все, это вот такой вот второй вот образ. Ничего себе, креатив, конечно, полный. Есть также еще Twins, три куколки есть, вот на самом деле, это моя фаворитка. Мне кажется, я красивее, ну, встречала, наверное, из LOL Surprise, но вот это одна из любимок. Flora Moon, Elle Fly, такая, кстати, тоже ничего, я ее вижу вот в первый раз. Hannah Groove, Sweet Nails, то есть это LOL Surprise кукла, которая сделает тебе маникюр и ноготочки. Решили мы достать куколку VIP. Кстати, она такая миленькая, розовые волосы, очень длинные, чуть ли не до пола. Вау, ничего себе. Кайф. Кстати, смотрите мою YouTube Shorts, там я очень-очень подробно рассказываю быстренько про всех куколок в магазинах и нахожу супер крутые новинки. Это машина Барби. Я такую хотела, только настоящую уже. Куклы Виш, это поет. Шикарно. Есть также Барби балерина. Такая, знаете, пластиковая, но у нее есть отличительная особенность, у нее светится вот эта верхняя часть, топик. Барби-барби, Барби-русалка, Барби с единорогом. О, ну самая прикольная Барби-гимнастка. Вот реально Волочкова отдыхает, берите с нее пример. Color Reveal Барби и Барби Pop Reveal. Вообще такая тяжелая, ничего себе. Здесь диснеевские принцессы, очень их много. Такие бюджетные версии по 14 евро. Почему-то Анна стоит 32, прям. И меховые классные пижамные куклы. И Wedding Magic. Да, можно крутить ее корону, и у нее меняется платье. Вот так вот. Да, так и живем. Сверху еще машины Барби и даже самолет Барби. Вау! Стенд с подделками или Sparkle Girls, например, от Zuru. Их я уже у нас видела в России и сейчас тоже посмотрела. Есть также еще вот такие вот подделки русалки. Честно говоря, стоят они по 5-7 евро. Это практически плюс-минус, как и оригиналы, например, Барби или Дисней. Я обалдела от количества Наруто, книг. Да, ASMR. Funko Pop. Я тоже не могла пройти мимо. Хочу вам показать вот такие вот, судя по всему, рождественские наборы. Здесь есть с Гарри Поттером и с Микки Маусом. Самые миленькие, мне кажется, это принцессы Диснея, Ариэль, Жасмин, Рапунзель и Моана. Ой, ничего себе, есть еще и супергерои. Харли Квинн с Джокером, вообще кайф. Ну,
нормально. По сравнению с другими магазинами, здесь все-таки, наверное, на троечку. Хотя мы находимся практически в центре города. Возможно, поэтому все раскупили. Ставь лайк и пиши в комментарии, если тебе понравилось это видео. Также смотри мои YouTube Shorts. Там я подробнее рассказываю про ассортименты кукол в других магазинах. Подписывайся на мой канал, чтобы следить за новинками. И пиши в комментарии, кого бы из ассортимента купила бы себе. Be cool and crazy. С вами была я, Алиса. Пока-пока!